Всем привет, меня зовут Милка, канал Fluffy Cats, и это первый взырк на игру Salt and Sanctuary, что в переводе на русский значит «соль и святилище». Довольно забавное название для игры, я считаю, такое же забавное, как и название студии разработчиков. Называются они Ska Studio, что для русского контингента звучит довольно-таки забавно. Ну, или для меня. Мне не перестает радовать просто название этой студии. Это моя самая любимая студия теперь после такого названия Ska Studio. Но это так, отступление. Итак, прежде чем начать играть, я расскажу об игре пару слов. Это хардкорная двухмерная экшен-RPG-аркада, которая похожа как на Castlevania немного, но в основном делалась, конечно, по мотивам серии игр Souls. Так говорят сами разработчики, да и невооруженным взглядом можно заметить. Вот. Но мне лично напоминает немного Castlevania, которая есть на Nintendo DS, называется Castlevania Dawn of Sorrow, немного напоминает атмосферу игры, немного тот же экшен. Вот. Единственное, чего не хватает для полного погружения, это скелетиков, которые кидаются косточками. Что касательно сюжета игры, наш главный герой попадает в кораблекрушение, и его выкидывает на необитаемый остров, ну не то чтобы необитаемый, какой-то неизведанный остров, где идет многовековая война. Притом непонятно, кто с кем воюет. И я так понимаю, цель игры выбраться, наверное, с этого острова, минуя тучу монстров, тучу сложных боссов. Ну, естественно, в духе Souls все будет очень хардкорно. В принципе, я думаю, основная цель этой игры. Ну что ж, давайте уже начнем играть. Я очень ждала эту игру. Уже успела что-то посмотреть, что-то поиграть. Но давайте начнем новую. Так, надо поменять имя. Конечно же, давайте Forty Cats. Божественное произношение. Давай. Мне очень-очень нравится вот этот вот мультяшный стиль 2D-шный, это просто что-то шикарное. Можно быть как мужчиной, так и женщиной, логично. Я выберу женского персонажа. Так, волосы давайте побелее. Нет, бороду не надо. Глаза желтые. И будет выглядеть как ведьмачка просто. Так, а прическа? Нет, это не прическа. Так, ведьмачка. Вот так вот на ведьмачку похоже, да? Так, происхождение. Это что? Что это такое? Джиндерен. Кстати говоря, игра полностью на английском, но я не думаю, что возникнет такая сложность там прохождение игры, о господи, что это такое? Блин, Ska Studio. Ладно, ладно, Милка, как обычно. Вот. Я не думаю, что возникнет сложность прохождения игры, ее можно пройти абсолютно не зная сюжета, а просто пробежать. Вот и все. Ну, думаю, с моим даже недобазовым уровнем английского, я думаю, можно будет играть спокойно. Так, ну, давайте, я не знаю, возьмем, ну, пусть будет вот это. А, рыцарь не хочу. Маг, паладин, вор, шеф-повар. Кстати, скиллов начальных у него нет. У этих есть охотник. О, это тема из Bloodborne, походу. А, нищий, тоже нет скиллов. И клирик. Я, наверное, буду играть не за шеф-по. Давайте за вора.
Что с собой можно взять? Лечилку. Не знаю, какой-то камень. Вообще не знаю, что это дает. Эмбер. Наверное, те, кто играли в Dark Souls, знают, что это лично я не знаю. Так, кольцо и кристальная сфера. Вообще не знаю, что брать. Возьму пока что вот так. Да, я готова. Ладно, так, это атака. Довольно быстро. Так, что у нас имеется? Смена оружия. Щит без щита. О, вот с щитом. Отлично. Так. О. А, классно. Сразу Оу озвучила. Ты здесь, странник. А, мы бы высадились этой ночью. Они хотят... Киднеп. Они хотят похитить наших женщин или выкупить их. Ах ты ж, сука. Ты выжил? Фух, надо привыкать к управлению. Я представляю, что если выбираешь тяжелый класс, то там намного все медленнее. Там вою... Эй, оу, а вот и женщины, которых надо спасти. Интересно, как их отсюда вывести-то? Так, монетки. Ах ты ж, попал по мне, да? На тебе бомбочку. Это было... Да, это гренейт. Сволочь. Я же хотела переключить. Это метательные ножи, что-то вроде того. Это гранаты. Давай, иди сюда. Перекат, отлично. Вот так мы обхитрили. Ха-ха. Фух. Сложновастенько. Так, а это уже как раз-таки в духе Dark Souls. Смена локации, это белый туман. Что? Какое-то глубоководное что-то. Эй, а как мне с тобой? Блин, я еще живая была. Сволочь. Это, знаете, это как в Demon's Souls. Если кто играл, там точно так же. Первый босс... Он ужасно непроходимый, он с одного-двух ударов убивает. Я не знаю вообще, реально ли его убить. Так, но тем не менее мы оказались где-то на берегу. Я, кстати, заметила сейчас, в заставке была цель спасти принцессу. Непонятно. Так, ты кто? Дружественный. Ну, привет. Тебя просто выбросило с останками корабля, что-то вроде того. Тебе нужно укрытие, тебе нужно святилище. Но, типа... Что-то про веру. Типа, ну может ли быть святилище без веры? Выше по пляжу находится святилище. Ты можешь занять его для своей веры. Что? Скажи мне, ты веришь в новых богов? Богов? Я же вор. Нет, конечно. А ты не веришь в новых богов? Интересно. Ты... Тогда ты паломник
Дивары? Кто такая Дивара? А, ваш сорт, как это перевести? Ваших людей все это время убивали, я боюсь. Нет, я не паломник. Нет? А ты не веришь во всех богов? Видимо, ты... Видимо, ты храбрый или глупый, или ты из севера. А, ты не выглядишь смелым, но ты не выглядишь глупым. А что такое Mountains, мисс? Ну, Mountains — это горы. Может, ты спустился с горы? Нет, я не спустился с горы. Нет, тогда во что же ты веришь? The Iron Ones. Я верю в железо. Нет, я не верю в железо, я не верю в Троицу. Goddess, боги света. Я даже не знаю, железо, Троица или боги света. Ну, я типа добрый вор, давайте так. Последователи богов света — это поклонники Дивары. Кто такая Дивара? Это богиня света, что ли? Поклонники Дивары, доброты и прощения какого-то божества. Ее вера, исповедание... Возможно, самая древняя, насколько известно. По крайней мере, так говорят клирики. Ну, такой недословный перевод. Ты паломник Дивары Света тогда? Ну, видать, да. Последователи... богов света. Твое путешествие будет трудным. Приняв этот глиняный горшок, ты получаешь священное вакантное святилище впереди. Ну, как-то так. Занятно. Спасибо, с тобой можно поговорить? А, ты выживешь? Да-да-да. Так, ладно. Это уже неинтересно. L2, shield. Ну да, это щит. Блок. Во время атаки. О, прекрасно. Так, это мы уже читали, что здесь есть. О, здесь можно ходить. Перекат, это да, это я уже нашла. О, сразу же! Ты глянь. С первого раза. Ну-ка. Со второго... Слушайте, довольно легко. Что здесь есть? Золото, золото. Так, ключ святилища. Ну, кто бы мог подумать... смена оружия. Спрятал щит. Вытащил щит. Задролировано. Так. Листать. А, понятно. А, использовать предмет. Ну, пока что, думаю, не надо использовать. А, инвентарь. Это мой броник. Оружие. Это быстрые слоты, я так полагаю. А, это кольца. Нет, колец. Нет, чар. А здесь нет Ох, фиг знает. Так. Вот весь инвентарь. Что такое бренды? Не знаю.
Это я смотрела, да. Ну что ж. Вот и первое святилище, я так полагаю. Ладно. Так, ну, это, я полагаю, богиня света, да? Так, а с одним кинжалом тоже можно блочить. Так, а это... Она мне жизни дала. Три скляночки. Священная вода. Ну ладно. Там я видела наверху, вроде бы сундук был. Кстати, он классно залазит. Так, и что у нас здесь? Мешочек соли и маленькая лечилка. Вроде бы я играю сейчас по сети, но... О, привет. Но я не вижу особо бутылочек. Как знаете, в Dark Souls были надписи, оставленные людьми, послания, вот эти все. Попал! Вот, там предупреждение об опасности или еще что-то. Что это лежит? Еще один мешочек. Так, это что? Да, это факел. Ага, понятно. Гниющий банкет. Замечательно. Ты будешь меня атаковать? Вот. Нужно как-то одновременно это все пытаться делать. Ну давай. Отлично. Давай иди сюда. Ну куда ты уходишь? Давай. Получилось, да. Шикарно. Но они слабенькие сейчас. Это как типа обучение такое. Так, лучник. День всех раскидала. Классно. Нет, ты меня не трогаешь. И вы тоже. Так, я туда не пойду, пока тут все не зачищу. О, вот они, родненькие, поднимаются. Там я вижу закрытую дверь. Вероятно, это короткий путь. Откроется. Воу! Упала. Они так забавно, блин. Я их толкала так забавно. Это что это? Камень торговца? А что с ним делать? Вызывать торговца, что ли? Эй, тут какой-то... Не-не-не, иди в баню. Какой-то большой стоит чувак. А вот так тебя. Его, наверное, добить можно было. Азза, блин. Так, еще одна маленькая склянка жизни. Я так полагаю, все-таки можно зайти вот сюда. Потому что, видите, так, еще один мешочек соли, и там нужно будет открыть как-то. Потому что эти входы, они, ну как сказать, назад можно вернуться. Я-то думала, что не вернешься назад вообще. Так, что у нас лежит? Факел и троллирующие ножи. Так, секунду. Итак, продолжаем. Что здесь? А ну-ка. Так, эта собака не сильная. И лучник тоже. Это колокольчик,
куда ты? Колокольчик возвращения. Угу. Что здесь, в общем, есть? Два мешка с солью. Метательки. Лечилки, еще одни метательки, гранаты. Так, вот эта штука, я думаю, не нужна. Ее можно, как тебе, вот так. Вместо тебя поставлю еще метательки. Так, а в этих обычно, иногда лежит золото какое-нибудь. Так, летучие мыши, вы что? Травануло, блин. Так, и что там? Там я вижу лут раз. Пойду его соберу. Так, еще лечилки. Оп. Камень. Лечилки, клирика. Отлично. Так, вроде бы сюда шли, и там еще какой-то лут лежит. Хорошо, что монстры не рисаются, иначе это было бы жестко. Туда-сюда одни и те же монстры. Стоп, отсюда мы пришли. Собака и этот монстрик. Может, в него что кинуть? Хренам, блин, вас. Кто ходит? Что? Интересно, а на больших такое срабатывает или нет? Так, а давайте-ка вниз пойдем. Вот тут я видела, да, вот это место. Бутылка путешественника. А это не та ли бутылка? Да, она позволяет оставлять записки таким же людям, как и я, игрокам, если они играют по сети. А ну-ка, использовать. Давайте-ка. Что бы можно было написать? Тут столько слов, но жаль, что нельзя писать свои. Отлично. Так, есть ли? Нет, камень не надо. Са-са-са-са-са-са-са. Вот, отлично. Восславьте соль. Финиш. Окей. Исчезла. А, почему я не могу прочитать? Такс. Вот он этот путь укорачивания. Вот здесь можно сократить. Так, вот это можно обсматривать. Что здесь? Закрыто. Ну что ж, полезли тогда выше. Что-то мне страшно. Я там вижу лут. Что вот это? Насколько я помню, здесь возрождались игроки. Я смотрела от разработчиков прохождение в кооперативе. И когда здесь кто-то умирал, другой игрок
товарищ приходил и возрождал его здесь. Это как точка сохранения, что ли, ближайшая, помимо святилищ. Что здесь? О, камень кузнеца. Отлично. Опа, бутылочка, кстати. Остерегайся большого рыцаря. По-моему, если я не ошибаюсь, да, здесь босс, которого показывали разработчики. Не-не-не, я туда не пойду. Я боюсь. Так, стоп. Эй, а вы что, все возрождаетесь? Ну, ладненько. Ну, давайте. Отлично. Мне урона не нанесли. Так, что здесь? Здравствуйте. Так медленно встают. Забавно. Так, а здесь, по-моему, я была уже. Да-да-да, вон там слева лежал лут. А ударит ли он меня? Успеет ли? Это забавно. Это когда вверх и этот джойстик отклоняешь вверх, он может делать помимо обычных ударов вот такую штуку. Вот, отлично. Хренам просто всех. Броники. Инфо? В смысле? Ага, это то же самое, что и у меня. Не, ну ребята, так неинтересно. Ну что это такое? Так, летучие мыши. Как же они меня бесят. Так. Граната. Кстати говоря. Угу. Давай, давай. И ты тоже, туда же. Иди. А, нужен бренд. Что за бренд? Что это такое? Бандаж. А, что? Уменьшает эффект кровотечения. Полезная штука. На 5 лечебка. Сколько у меня их? 14 уже. Вон там я вижу входы. О, как. Вон. Но я не знаю, как туда попасть. Вероятно, как-то с этим святилищем и то, что написали, что нужны бренды. Бренды вот где. Сейчас покажу. Я видела, вот они. Но что это, я не знаю, если честно. Такс, ладно. Нужно двигаться дальше. Все ли я обошла? Да блин. Тут я была уже. Но, блин, заново повторилась. Отлично. А что здесь? А, да, здесь я тоже была. Упаду ли? Нет, не упаду. Ать! Отлично. Что это? Скинуть лестницу. О! Ну, как обычно. Просто шикарно лестницу скинула. Так, я думаю пойти подкачаться. У меня 1125 соли. Я так думаю все-таки, что соль здесь идет вместо душ, как в Dark Souls. Ну, потому что по-другому я не знаю, как найти ей применение. Так, еще вот дверь. Как-то я ее пропустила. Ну, ладно. Оп. Апфо. Ага. А, то же самое написали.
Лол. Praise Devara, вот спасибо. Вославь небо. Ай, чуваки, вославь души. Весело. Такс. У меня есть 1145 душ. Ascent или обратно? Вот, на пару уровней сразу. А чё это, черные жемчужины? Зачем? Ух ты ж, ё! Обалдеть! Знаете, есть такая игра, которая делалась наподобие Диабло, но... Но как бы она вышла, по сути, идеальная Диабло 3, хотя и оригинальная, но мне как-то нравится та игра больше. Вот. Игра называется Path of Exile, и в ней примерно вот такое же дерево навыков, но только там полностью вот по кругу идет. Здесь только сверху и по бокам, а там еще вниз, насколько я помню, хотя играла очень-очень давно. Блин, это ж можно сделать кого угодно. Это можно сделать воина-лечилку. Блин. Так, у нас класс ассасинов. Может быть, умение лучников качать? Что это? Дает дополнительное лечебное зелье. Уровень. Короче, позволяет пользоваться веревками, кнутами. Это позволяет использовать мечи. А это луки. Ну, я думаю, для нашего разбойника, я думаю, все-таки нужен лук дальнобойный. Что открылось. А веревки — это цепляться за что-то можно или как оружие? Наверное, как оружие все-таки. Еще стамину повышает. Выносливость. Одно очко. А, это легкая броня первого уровня. Одно очко ловкости. Одно очко. Сила воли повышает выносливость. Может быть, лучше в зелье вкачаться. Лишнее не будет. Давайте. Прикольно. Прикольно сделали. Очень интересно дерево навыков. То есть ты качаешь уровень, и тебе за каждый повышенный уровень дают так называемую черную жемчужину, на которую ты прокачиваешь навыки. Что здесь? Интересно. Это в процентном соотношении. Так, ремув. Допустим. Ремув, наверное, за вон ту белую жемчужину, я так понимаю. Ладно. То есть я сейчас могу поставить кузнеца, лекаря и торговца? Вот! Это мини-нексус из Demon's Souls. Клоус. Отлично. Слушайте, я обожаю эту игру. Это просто что-то классное. Нужно что-нибудь... Давай-ка поторгуемся. А, пистолет. Нужен класс охотника. Это кинжал. Это меч. Топор и... Этот, арбалет. Опять-таки нужен навык... Не то что охотника. Нужен навык этого... самого арбалета. Так, щиты мне не нужны, я как бы не танк с щитами ходить. Броник, я смотрю, у меня в чем-то получше. Наверное, ничего не буду делать. Апгрейд.
чтобы прокачать броню, мне нужен зажим для волос. Вы серьезно? Чтобы прокачать оружие, мне тоже нужен зажим для волос и соль. Я офигею. Не, ну интересно, интересно. Так, что ты продаешь? Выучить. А, ну да, я же не могу, я же не лекарь. Купить. Я могу лечилки. Я могу. Это что-то типа бомбы света. А это священная страница. И если ее наложить на оружие, то будет больше урона цвета. Ну, логично. Воу. Класс легкой брони, но... Но это все-таки на лекаря. Я вижу юбку примерно. Вот, и... Нет, это мне не подходит. Это тоже. И щит. Нет, к сожалению, не подходит. Что ты мне продашь? Купить. Так, я могу опять-таки лечилки. Священная бомбочка. Стрелы. Обычные болты, мешочек соли. Оу, можно соль покупать. Однако, такая же страница, факел. У меня, кстати, 4 факела, я вижу, слева снизу. А, пистолетные патроны, этот колокольчик возвращения и антидот от яда. Так. Кольцо искателя соли. Показывает на локации, где лежит соль. А это, я так понимаю, бесконечная подсветка. И вешается на оружие. Ха. Интересно. Но что-то дофига стоит. Я, наверное, продам. Вот это все, а что оно так дешево стоит? Да по 50 всего лишь. Ладно, давайте. Sell. Тут мне продавать мешочки не буду. И это тоже не буду. Нет, мне это еще пригодится. Так. Я вот думаю, может мне зачистить еще раз территорию? Даже не знаю. У меня всего 900 золотых. Я бы хотела себе, может быть, дальний бой какой-то купить. Так, ты продаешь оружие. Так, а чтобы купить дальний бой, мне нужно прокачать класс арбалетов. Или пистолетов. Ну, что-то весит очень много пистолет. Это больше на дробовик похоже. Ну что ж, наверное, здесь я первый свой взырк закончу. Вот. Напоследок убью этого красавца. А, и на этом буду с вами прощаться. Ну что ж, увидимся в следующей серии. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить няки-одобряки. Меня это очень-очень мотивирует. И подписывайтесь на канал. А с вами была Милка, канал Furry Cats. До встречи. Пока-пока.